Привет всем, я на берегу моря. Это Средиземное море в Каите. Я так люблю море, я очень много лет мечтал о море. Всегда, когда я приезжал на курорты, на Балтику, Грузию, Абхазию, в Сочи, всегда я очень долго и очень много времени проводил у моря. Всегда мне очень хотелось жить у моря. Всегда бросал копейки в море, с надеждой всегда вернуться. И вот, наконец, сейчас я живу в городе у моря, в Хаити. Я очень люблю сидеть у моря. Море успокаивает. И так сидишь, смотришь на море, на волны, на горизонт. И совсем не хочется уходить отсюда. Вот каменистый берег. Он разбивается об камень, об камни и подпрыгивает вверх. Сейчас мы увидим это. Вдали рыбак на лодке. Приятный звук от удара волн об камни, об берег. Там вдали корабли, там дальше. И море до самого горизонта. Попробую еще немножко спуститься. Тут уже мокрые камни, волны доходят до сюда. О, тут и не меня уже там. Вот прямо на этот камень, что подо мной. О, волна меня окатила. Вот, видите? Посмотрите. О, я уже весь мокрый. Ладно, поскольку я уже мокрый сейчас, то я ухожу отсюда с берега. Вот так вот. Вот я поднимусь. Ой. Пойду.